Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haOlam Asher notan lanu Torat emet vechaye olam nata betocheinu Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. С вашего разрешения я продолжу делать пируш. У нас очень интересная глава. Начинается с 29 главы книги Второзакония. И очень такая насыщенная глава, где много интересных вещей, о которых мы сегодня с вами поговорим. Итак, давайте немножко представим, что было до, да, вот до того, как вот мы сейчас коснемся этой 29 главы. Народ Израиля 40 лет ходит в пустыне с целью войти в землю обетованную. И причина всего этого кроется в том, чтобы народ вошел в землю отцов с обновленным разумом, с обновленным умом. То есть не с рабскими своими традициями и всякими привычками, но с новым обновленным разумом. И в прошлый шаббат Дима очень хорошо затронул эту тему. Он сказал о том, что он подчеркнул о том, что входя в землю обетованную, очень важно было Богу, чтобы народ очистился от прежних замашек, от прежних языческих привычек, от различных традиций того народа, среди которого он жил, образно говоря, 400 лет. И настолько, что даже вот в 27 главе написано до этого, написано, что когда вы войдете в землю Израиля, когда войдете в Эрец Исраэль, перейдете реку Иордан, вы должны переписать Тору. То есть, чтобы ничего старого, ничего прошлого, ничего древнего не вошло в Эрец Исраэль. То есть, вы должны войти новыми, обновленными. Об этом мы в прошлый раз очень хорошо говорили. И вот мы сейчас с вами находимся в 29 главе. И здесь стоят старейшины, здесь стоят все представители народа Израилева от мала до велика, и Господь им говорит, что вы вот сейчас вступаете в новый договор, договор, который он заключает. И что тут очень интересно, что Бог заключает договор не только с теми, кто там стоит физически, а стоит огромное количество людей, которые вот находятся сейчас в преддверии того, чтобы войти в землю обетованную, исполнить то обетование, которое Господь Бог дает. Но он здесь очень говорит ключевые слова, слушайте внимательно. Он говорит: «Я этот договор заключаю с теми, кого ныне, кто стоит здесь вместе с нами пред Господом Богом вашим, и с теми, кого нет ныне». Интересно, правда? Как так получается? Бог что, с мертвыми заключает завет? Нет, Бог заключает с живыми завет, с теми, кто сейчас стоит, и те, кто от них будут дальше, то есть с семенем, семенем Израиля, которые, мужчины, которые стоят там, получается, то семя, которое дальше пойдет от них, это уже тоже будет вместе с ними в завете с Господом. Таким образом, и мы с вами тоже имеем этот завет через наших праотцов. Следующий очень важный этап этого договора в том, что народ, чтобы народ действительно соблюдал и соблюдал законы Божьи и заветы Божьи. Это очень непросто. И Господь говорит, что вот в 30 главе, что если вы будете соблюдать, то у вас все будет хорошо. А если вы не будете соблюдать, и вот сегодня уже Леон эту тему поднял, это тему, которую мы давно вообще говорим, тема об Алие. Смотрите, что здесь написано в 30 главе с 1 по 3 стих. «Когда сбудется все это, то есть вы приедете в землю Израиля, поселитесь там, будете жить, пустите свои корни, вы, живя меж тех народов, сбудется все это, благословение и проклятие, которое я предложил вам, и вы, живя меж тех народов, среди которых рассеет вас Господь». То есть потом будет рассеяние, которое и произошло. Да? Будет рассеяние. Господь Бог ваш рассеет вас, и вы одумаетесь, и, внимание, вернетесь к Господу вашему Богу, и станете вместе с детьми своими слушаться Его всем сердцем, всей душою, исполняя все то, что Я возвещаю вам ныне. И тут, внимание, тогда Господь Бог ваш вернет вас и помилует вас, и вновь соберет вас, уведя вас от народов, среди которых Он вас рассеял. То есть мы видим здесь очень важную цепочку, которую Господь Бог выстраивает, и Он говорит, чтобы мы с вами
помнили об этих вещах, и что эти вещи, которые сейчас здесь написаны, это не о ком-то написано здесь, о ком-то непонятном, а это написано с вами, написано здесь о нас с вами. И это очень актуально, как никогда. С февраля 2022 года с России Алию совершило 24 тысячи израильтян, да, новых израильтян, которые приехали в Израиль вот до этого момента. Но несколько дней назад была объявлена мобилизация, и премьер-министр Лапид сказал, что он умножит, увеличит рейсы из России в Израиль для того, чтобы как можно больше людей, которые желают выехать из России, могли приехать в Израиль, чтобы вывести всех желающих оттуда. То есть эта цифра в 24 тысячи может как минимум еще удвоиться до конца года. Представляете, да, о каких цифрах сегодня мы с вами говорим? И это пример только одной страны России на этом этапе. Таким образом, мы видим, что Бог совершает свой план. Хотим мы того, не хотим мы того. Бог собирает свой народ в Эрец Исраэль. Есть такая поговорка, знаете, кнутом или пряником. Знаете, да, вы понимаете, что это значит? Что значит пряником приехать в Израиль? Когда ты читаешь Слово Божие, десятки пророчеств говорят о том, что народ Израиля должен жить в Эрец Исраэль. Ты, о, Господи, я твой сын, я послушен тебе во всем. Собрал чемоданы детей, собрал, приехал в Эрец Исраэль. Пряником. Получил все, все, что тебе нужно сполна, все пособия, все условия, все, что тебе нужно. А что такое кнутом? Когда ты жил себе в той стране, где ты жил, делал все, что ты хочешь, работал, служил, я не знаю, делал что, и раз, война, бум, и все, тебе надо все бросать, все оставлять, все продавать за копейки, если еще в лучшем случае продавать за копейки, и приезжать в Израиль для того, чтобы спасти душу свою. И вот это кнутом, то, что я сказал. Далее, в 30 главе, в 9 стихе, Бог говорит, что не просто соберет здесь свой народ, нас всех с вами, но Он говорит, что если будешь соблюдать закон Мой, Я дам успех в делах твоих и в приплод скота тебе, и урожай на поле у тебя будет много, и всякое благо тебе будет. Это вот в 30 главе мы читаем с 9 стиха. И в 11 стихе написано, что очень тут тоже интересные моменты. Говорится, что если ты соблюдаешь закон Божий, это не что-то заоблачное. Закон Божий — это не что-то, вот там где-то закон, а тут вот я. Господь говорит, что Он должен быть у вас на устах, в памяти вашей, и вам по силам Его исполнить. О чем это нам напоминает? Помогите мне. Вот это обетование, о чем нам напоминает? О каком-то очень ярком библейском пророчестве. Тоже правильно, но в пророке Иеремии в 31 главе написаны очень хорошие слова. Господь говорит, я соберу, да, народ мой и заключу с ними новый завет и положу их в уста их и на сердцах их напишу его. То есть вот мы видим, что оказывается пророчество об Алие, пророчество о том, что все эти вещи, которые сейчас с нами, с вами сбываются, это не только пророки, это Тора, это Второзаконие, 30 глава, и здесь как раз обо всем этом написано. То есть вся эта глава Ницавим, она говорит о нас с вами сегодняшних, даже не прошлогодних, а сегодняшних. И не о ком-то другом, а обо мне и о вас. И чтобы подытожить, давайте вспомним, о чем мы только что говорили, что первое, Господь заключает завет с каждым и хочет, чтобы мы исполняли, и заключает завет не только с нашими праотцами, тогда у горы Синай, но и с нами сегодняшними, через их семя. Второе, Бог собирает нас сегодня в нашей стране и хочет, чтобы мы исполняли Его закон и были успешны во всем. И говорит, что это не что-то заоблачное. Это реально. Живи по закону, соблюдай Тору. Это ничего сложного. Будешь жить по закону, будешь жить по Торе, тебе будет хорошо, будешь успешен, будет у тебя благословение, будет приплод у тебя, и будет все, что тебе нужно в жизни хватать. И последняя мысль этой главы, здесь говорится о том, чтобы мы выбрали жизнь. И тут, когда я это читаю, мне вспоминаются различные фильмы.
там всякие боевики, где стоит человек, ему у виска пушку держат, дуло, и говорят, там мы тебе сейчас то-то-то-то-то сделаем. Он говорит, нет, пожалуйста, не убивайте меня, оставьте меня в живых, сделайте мне что-то. Ну, то есть я вам все скажу, все отдам, только не убивайте ни меня, ни моих детей. То есть, в принципе, это нормальная реакция любого человека, да? Выбрать жизнь, не выбрать смерть, не выбрать, когда тебя убьют, а выбрать жизнь, зацепиться за жизнь. Но когда касается вопросов духовных, почему-то эти вещи вдруг перестают быть понятными. Когда тебе говорят, выбери жизнь, то есть не только физическую и там делай все на свете прививки для того, чтобы ты был здоров. Нет, а для того, чтобы твоя душа была здорова. Выбери жизнь и соблюдай заповеди Божьи, живи по закону Божьему, слушайся Господа Бога. Вот тут начинается у людей много вопросов, и люди забывают, к сожалению. И об этом Моисей через Господь, через Моисея народу Израиля об этом напоминает, и он говорит, вы в преддверии, чтобы войти в Эрец Исраэль. Будьте готовы, соблюдайте и сделайте этот выбор. Вы свободны, вы можете сделать любой выбор сегодня в вашей жизни, но у этого выбора есть цена. Вы заплатите за тот выбор, который вы выбираете. Если вы выбираете что-то неправильное, придет за это расплата какая-то. Вы поэтому говорите, выбери жизнь. Особенно сейчас, в преддверии Рош ха-Шана, когда мы с вами стоим вот перед этим замечательным праздником, очень хорошо об этом задуматься, об этих вещах, и посмотреть, где я, выбираю ли я жизнь, находится ли Тора и законы Божьи в моем приоритете, воспитываю ли я детей по законам Божьим, люблю ли я Господа Бога и выбираю ли я жизнь. Аминь.